камеру. Это камера. Ну что, а чем мы ждем? Кого ждем теперь? А, Гриша. Все. Все. Предложение съесть пиццу. Съесть пиццу, а потом подумать, что делать. А, да. Да. Вот это. Я понял, что здесь. Он уехал в Париж. Вот. Открыл, ему опять испортил вещь. Испортил хорошую вещь. И так вот письмо к другу из Парижа. Ах, милый Ваня, я гуляю по Парижу. И то, что слышу, и то, что вижу, пишу в блокноте к впечатлениям вдогонку. Когда состарюсь и сдам книжонку про то, что Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в бане пассатижи. Все иммигранты тут второго поколения, от них сплошные недоразумения. Они все путают и имя, и название. И ты бы, Ваня, у них был Ваня. А в общем, Ваня, мы с тобой в Париже нужны, как в этой, в русской бане лыжи. Я сам завел с француженкою шаши. Мои друзья теперь и Пьер, и Жан. И вот плевал я уже, Ваня, с этилевой башней на головы беспечных парижан. Проникновение наше по планете особенно заметно вдалеке, в общественном парижском туалете есть надписи на русском языке. Размещение в лучшем районе Парижа. Прекрасный вид на Сену. Очень доступные цены. Приезжайте, здесь вам рады. Я снова в пути, и мой любимый город снится ночи за сеткою дождей. Здесь так давно я был горяч и молод, плыл по реке твоих ночных огней. Но не грусти, он мой любимый город, сказочный страж моей душой души. Я не забыл фонтанов звонкий голос, я сохранил печаль твоей судьбы. Это мы еще не на самый верх поднимем.
Привет.